Кинофорум в Карачаево-Черкесии стал настоящим центром притяжения творческих людей, связанных с кинематографом, для которых приготовили целый ряд мастер-классов, одним из спикеров которых стал креативный продюсер группы компании «Газпром Медиа» Георгий Рюмин. Он работал над такими картинами, как «Наша Раша», «Зайцев плюс один», «Каникулы строгого режима». В своем выступлении он отвечал на вопрос, как понимать кино и куда оно движется. Я рассказывал про кино в ключе простых инструментов, которые очень полезны для того, чтобы было интереснее смотреть кино, потому что когда ты понимаешь, что происходит, тебе становится интереснее. Но ценность этого еще и в том, что мы живем в историях, мы рассказываем истории, мы слушаем истории, они вокруг нас. И те законы, по которым эти истории устроены в кино, они работают и в жизни. Во второй части своего выступления он рассказал про проект «Территория Кит», то есть кино, интернет и телевидение. Его задача – вдохновлять, мотивировать и открывать новые горизонты всех людей, которые хотят связать свою жизнь с киноиндустрией. Это важно для того, чтобы наша страна становилась сильнее и лучше, потому что именно культура и внутристрановой туризм – это два столпа, на которых твердо будет стоять наша нация. И тот факт, что этот форум и это мое выступление было здесь, в Карачаево-Черкесии, для меня очень ценно, потому что именно региональное развитие крайне важно. Следом свой мастер-класс провел Евгений Субачев, менеджер по развитию бизнеса профессионального фото и видео компании Canon. Всем, кому была интересна тема профессиональных кинокамер и тонкостей кинопроизводства, точно остались довольны. Слушаешь их и понимаешь, что человек, который говорит, это профессионал, и он может до аудитории донести мысль. Приятно то, что они ответили на наши интересующие вопросы, просто буквально там по атомам, можно сказать, все разложили, все доступно, все очень понятно. Участие в мастер-классах – лучший способ узнать что-то новое и понять, как эту информацию использовать на практике. Ведь общение с мастерами своего дела лучше любых теоретических знаний. Радмир Хасанов, Радомир Князев, Архыз 24.